Здравствуйте, это программа «Интервью». На этой неделе у таможенников сразу двойной праздник. 24 октября отмечали 27-летие со дня образования Красноярской таможни. И сразу 25 октября уже полноценный день таможенника Российской Федерации. По этому поводу сегодня у нас в гостях Сергей Сынакоев, начальник Красноярской таможни. Здравствуйте, Сергей Львович. Добрый день. Поздравляю уже задним числом с праздником, с прошедшими праздниками. Да. Теперь по функционалу. У таможни, насколько я помню, вот две основные задачи. Контрольная, то есть собираемость платежей, ну и режим благоприятствования бизнесу, чтобы развивалась внешнеэкономическая деятельность. Давайте по порядку сначала. Про собираемость очень беспокоит. Вот в связи с этими санкциями, контрсанкциями у нас упали объемы. Прежде я хочу поздравить своих коллег с прошедшим праздником. Для красноярских таможенников это особый праздник, ибо так получилось исторически, что мы практически одновременно празднуем и День образования Красноярской таможни, и День таможника Российской Федерации. Теперь касательно вашего вопроса, на самом деле вопрос очень злободневный, и очень важно, что, несмотря на эти санкции, никак не уменьшилась собираемость таможенных платежей в бюджет. За 9 месяцев текущего года Красноярской таможне собрано около 6 миллиардов. 6 миллиардов? Да, рублей. Таможня, на самом деле, красноярская специфическая, мы больше экспортно ориентированы, и основу нашего экспорта составляет алюминиевая продукция, лес. То, что касается импорта, опять же, да, есть определенная специфика. Это машины, оборудование, телефоны, компьютеры, вот, изделия, которые применяются в космической нашей отрасли. Вот, такова специфика нашей работы, такова специфика экспорта и импорта. То есть санкции не повлияли на вывоз именно, да? Алюминий по-прежнему нужен иностранцам, лес по-прежнему нужен иностранцам? Лес нужен не только иностранцам, лес нужен и нам. Точно так же алюминий нужен и иностранцам, и нам. А то, что касается экспорта, опять же, с учетом сегодняшнего курса доллара, наоборот, на наш взгляд, это стимулирует наших экспортеров и позволяет за счет курсовой разницы, да, зарабатывать определенные дополнительные финансовые ресурсы. Так, то есть тут есть какая-то математическая хитрость, то есть натуральное величие объема экспорта снизились? Значит, натуральное величие по сравнению с прошлым годом практически на том же уровне у нас осталось. И объем экспорта, и объем импорта. Но структура импорта же все равно должна была поменяться в связи с тем, что какие-то там ограничения появились. Касательно Красноярской таможни, незначительные изменения произошли. Опять же, на изменения только повлияли то, что мы сегодня очень активно используем систему удаленного выпуска. И фактически Красноярская таможня может и оформляет те товары, которые физически находятся в других регионах. Вот, объемы этого оформления из всего объема декларирования 10% товаров, которые оформились в Красноярской таможне, физически находились в других таможнях и в других регионах. Это вот летом, я помню, была странная вся история, когда вроде как Красноярский край импортировал большое количество сотовых телефонов. Да. На самом деле это не к нам продукция поступала. Ну, она поступает в целом по стране и уже из мест, где происходила консолидация этих товаров, растекается по всей стране. То есть вы, будучи единственным источником внешнеэкономической деятельности, теперь немножечко искаженная картина, да? То есть теперь у нас в объемах импорта якобы... Итоговая цифра-то, она по стране не меняется, да? И как бы таможенная статистика, она однозначно дает ответы на эти вопросы. Количество импортируемых товаров, количество экспортируемых товаров. Но, опять же, если брать в привязке к таможням региона, опять же, к таможенным управлениям, то здесь цифры, они динамично меняются. Но всегда интересовала доля в импорте оборудования, потому что для нас критически важно оборудование, новые технологии. Ну, опять же, с учетом нашей специфики, да, с учетом того, что у нас очень сильно развита и добывающая промышленность, перерабатывая очень активно развита, опять же, строительство и ввод в действие Богучанского алюминиевого завода, доля машины и оборудования значительна. Незначительно? Значительно. Значительная доля импортируемых товаров – это машины и оборудование. Ну, в конкретных цифрах, сейчас не вспомните, там процент или... Где-то более 40% от всего импорта. Угу. Ну, прилично, прилично, да. Поменялась ли структура географии внешнеэкономической деятельности? Ну, наши основные инопартнеры – это Китай, с учетом, опять же, нашего региона, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды – это касается и импорта, и экспорта. Украина занимала значительную долю, опять же, за счет ввоза с территории Украины концентрата, который перерабатывается, да, глинозем. Китай, Украина? Да, Китай, Украина, Франция, Соединенные Штаты, Нидерланды. Это по импорту? Да, по экспорту, опять же, Китай,
первый наш партнер. То есть и по импорту, и по экспорту, да. У нас теперь восточный вектор, что называется. Вот, Сергей Львович, не знаю, может быть, не совсем приятный вопрос, но мне всегда казалось, что Красноярская таможня далека же от границ. То есть по объему абсолютному мы, наверное, ну, неполноценная таможня. Я бы не сказал так и делал такие скоропалительных выводов. На самом деле географически мы расположены в центре России, но Красноярская таможня, вот опять же, на взгляд обывателя, не может являться пограничной таможней. В то же время у нас самый северный, да, в Сибирском федеральном округе морской пункт пропуска – это Дудинка. За счет этого мы и являемся пограничной таможней. Опять же, у нас очень динамично развивающийся пункт пропуска аэропорт Красноярск. С учетом модернизации и строительства нового терминала, мы, конечно, большие планы и рассчитываем на то, что будет динамично развиваться у нас и аэропорт. Ну, про аэропорт, да, про потенциал знаем, а про Северный морской путь... Вот значит, по Северному морскому пути тоже и президентом поставлена задача, и, в принципе, это острая необходимость развития всех северных территорий, да, с учетом того количества полезных ископаемых, которые есть, это и нефть, газ, опять же, вопросы переработки. Про режим благоприятствования. Тот самый вопрос, вот мне всегда вот тоже было непонятно, как вот людям в погонах, которые выполняют вообще-то контрольные функции, еще и порушают задачу вот, обеспечить, стимулировать, что называется, развитие внешнеэкономической деятельности, за счет чего значит, удается это добиваться. Ну, вопрос очень важен, и задача была поставлена в целом, да, не только Федеральной таможенной службе, но и другим контролирующим, да, органам для того, чтобы Россия стала страной с режимом, который бы позволял инвестициям поступать в нашу страну. Здесь вроде бы напрямую это не зависит, да, от контролирующих органов, в то же время от нашей качественной работы, от качества предоставляемых услуг зависит очень многое, да, от прозрачности предоставляемых услуг, от того, насколько четко и качественно должностные лица выполняют свои функциональные обязанности. Вот как пример я могу привести, что мы очень много говорили об электронном декларировании, да, и буквально еще несколько лет тому назад это казалось невозможным. Сегодня 100% деклараций в Красноярской таможне подаются с использованием электронной формы. Опять же, очень активно продвигаемся в рамках электронного взаимодействия, да, с другими контролирующими органами. И в этом направлении тоже сделан значительный шаг. Сегодня должностные лица таможни фактически не запрашивают определенные разрешительные документы на бумажном носителе, а пользуются соответствующими информационными ресурсами, вот, тем самым минимизируя определенные затраты для участников внешнеэкономической деятельности. Следующий шаг в этом направлении, опять же, и буквально несколько лет тому назад это казалось невероятным, автоматическая регистрация и автоматический выпуск. Да. Мы буквально в прошлом году начали очень активно заниматься авторегистрацией, если по итогам прошлого года 10% деклараций, которые были зарегистрированы и выпущены в Красноярской таможне, прошли через авторегистрацию, то по итогам работы за 9 месяцев этот процент уже до 70%. По Красноярской таможне? По Красноярской таможне. Буквально вот в преддверии праздников была выпущена первая электронная декларация в автоматическом режиме. И время выпуска этой декларации составило всего 2 минуты. Все это однозначно способствует, да, и упрощает ведение бизнеса на территории Российской Федерации. Хорошо, с бизнеса понятно. Теперь давайте про физических лиц. Вот с точки зрения вот, обычной жизни, там, удается ли облегчить физическим лицам, не знаю, имею в виду декларирование товаров в аэропорту, там, не знаю, почтовые пересылки, это все упрощается или усложняется? Значит, на сегодняшний день, опять же, есть возможность для физических лиц заполнить пассажирскую декларацию в электронной форме. Такая возможность предусмотрена. Опять же, то, что касается упрощения, ну, в первую очередь, в Красноярской таможне, на таможенном посту аэропорт Красноярск, действует двухканальная система. Это красный сектор и зеленый сектор. Да. То есть лица, которым нечего декларировать, да, и нет у них товаров перемещаемых, которые подлежат обязательному письменному декларированию, они автоматически, абсолютно свободно проходят по зеленому сектору, минимум подвергаясь таможенному контролю. Те товары, которые подлежат обязательному письменному декларированию, проходят определенную процедуру, вне зависимости от того,
это коммерческие партии товаров или же товары для личного пользования. Ну, это же всегда надо знать и понимать, когда зеленый коридор, когда красный, вот с чем чаще всего попадается? Здесь, ну, специфика нашей таможни, опять же, такова, что чаще всего народ попадается с кастеты, ножи разные подарочные, насвай, продукция, сельхозпродукция, которая возится из азиатских стран. Есть очень уникальные такие случаи, когда пытались из Вьетнама ввозить чучело крокодилов, чучело различных животных, черепахи и так далее. То есть оружие, наркотики, вот как бы не казалось, значит, это, ну, очевидным. В этом направлении, да, мы же говорим сейчас про перемещение товаров физическими лицами в аэропорту. Тот вопрос, который вы задали, на самом деле он очень актуален. И в этом направлении с начала года Красноярской таможней возбуждено 14 уголовных дел. Привязки к наркотическим, сильнодействующим психотропным веществам. Изъято более 5 килограммов. Да? В основном сегодня складывается такая тенденция, что данные товары физические лица заказывают, используя международные почтовые отправления, используя интернет. В то же время в этом году у нас выявлен такой факт попытки ввоза наркотического вещества через таможенный пост аэропорт Красноярск. То есть разновекторно происходит этот процесс. Единственное, хотел бы опять же сказать и поблагодарить опять же наших коллег из других правоохранительных органов, что наша совместная работа, она дает результаты. Сергей Львович, вот по-честному, почтовое отправление все еще не под вашим бдительным оком? То есть можно что-то получить по почте? Нет, ну, я думаю, что рынок этот абсолютно динамично развивается, и специфика сегодняшних почтовых отправлений такова, что оформление происходит в местах международного почтового обмена. Ага. Из этих мест дальше по стране происходит дальше рассылка. Если в месте международного почтового обмена у должностных лиц таможенного органа возникли определенные сомнения, данное почтовое отправление ставится на контроль, и уже на месте при получении посылки проводится таможенный контроль. Понятно. Спасибо большое. Вам спасибо. Сергей Станкуев, начальник Красноярской таможни, был сегодня нашим гостем. Это была программа «Интервью». До новых встреч.